Здрасте. Вот теперь мой план. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально. Да. На улице клуб. Вот. Я большое благодарю вас, что пригласили меня провести здесь эту презентацию и приняли участие в проекте «Национальный рейтинг «Дальневосточный вызов», одним из первых среди глав регионов ДФО. Ну, вообще Якутия у нас впереди всего развития Дальневосточного округа по всем показателям, опережает средние показатели Дальневосточной по индексу промышленного производства и по индексу строительства жилья, по всем показателям. В прошлом году мы заняли первое место по строительству жилья по данным Востока. Первое место, да. Номинальным объемом. По итогам двух месяцев сегодня только обсуждали, сохранили тенденцию роста. У нас сокращение идет, у нас рост идет. Я очень рада, что смогла приехать сюда, тем более, что миссия у нас была благотворительная. Я вот прочитала в интернете историю мальчика, который получил серьезные травмы, Димы Березовского, и решила эту автограф-сессию сделать благотворительной. То есть, и люди удивительно откликнулись, было очень много, был полный зал, мы собрали очень существенную сумму денег, передали уже маме мальчика и интересовались и книгой, и, конечно, участвовали в нашей акции. Ну, во-первых, я благодарю за такую книжку. Мои друзья, коллеги рассказали в этой книге. Очень благодарен то, что вы меня приглашали там. И мы поделились как бы своими впечатлениями о тех планах, которые мы реализуем по Дальнему Востоку. В том числе и определенное место нашей Якутии именно в этом развитии. Поэтому мне очень приятно, что Якутия вошла в эту книгу. Да, Якутия на самом деле самый активный регион в этой книге. Я с удовольствием ее подпишу для вас. Спасибо. Как главе самого активного региона Дальнего Востока. И надеюсь увидеть вас в цикле, в следующем цикле наших передач, который уже называется «Дальневосточный приоритет», и где мы уже расскажем о конкретных результатах новой политики. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Благодарю. О, какой букет! Большое спасибо. Так, и президент нам очень сегодня красивый. Так, и вот все-таки мы на стороне не бываем, как все наши люди. Вы тоже? Это Березовскому мальчику. Да, мы передадим сегодня же его маме, передадим.